Поехали, да? Всем салют. Сегодня делаем тренировку очередную на бицепс. Поскольку я не знаю, как травма будет реагировать, она вот внутренняя головка бицепса реагирует, я взял сегодня вес 60 килограмм и буду 8 подходов разгонять. То есть первый подход я сделаю на один раз, второй подход на два. И вот так потихоньку буду проверять свое состояние. На что я делаю акцент? Я делаю акцент на подворот, хорошо, чтобы включились предплечья, чтобы сократить амплитуду движения, чтобы она была короткая. Предплечье максимально пытаюсь включить в работу. Ну а что же получится дальше, будем смотреть. Такие, что движение становится короче, ну, на 3-4 сантиметра. Очень приятное ощущение, очень короткое движение. А не вот такое выведение вперед. Поэтому будем дальше смотреть. Поехали. Второй подход. 60 килограмм на два раза. Стараюсь делать в соревновательном режиме. То есть уже плечи не отрывать, максимально прижатые ягодицы. И с хорошим подворотом. Мне кажется, достаточно качественно. Посмотрим на третий, что будет. Третий подход, те же 60 килограмм. Надо сделать на три раза. Качественно, хорошо. Не знаю, прям хорошо чувствую себя. Очень приятно. Не знаю, что там со стороны оператора не разговаривает со мной. Четвертый подход и 4 повторения надо сделать. Пятый подход мне нужно сделать на 6 повторений, потому что задача сегодня у нас 8 подходов сделать и выйти на 9 на 10. Вот сейчас я постараюсь чуть-чуть обогнать. Вот, и следующий подход будет уже на 7 раз. А вообще нужно сделать 60 килограмм на 10 раз, тогда уверенно 80 килограмм будут мои на соревнования. А может быть и чуть-чуть больше. И, седьмой подход, те же 60 килограмм, мне уже нужно сделать на 8, то есть в последних двух повторениях, последних двух подходах мы прибавляем по два раза, чтобы выйти на цифру 9-10 повторов. Вот такая сложная пирамида, сложная арифметика. Я больше разговариваю, чтобы меньше делать.
тяжеловато. Но это предельные уже места. Восьмой подход. Пробуем на фоне утомления. Я шел пирамидой. Это 1, 2, 3, 5, 8. Хочу сейчас затащить 10 раз. Посмотрим. Десятый сотрел, но зато попал у нас. Фух.